Давай! У тебя есть план? Встать и сражаться! А если развернуться и убежать? Отступаем! Изнемогая от напряжения, я скинул эту тварь, но еще 6 повалили меня. Мой клинок сломался, как картонный. Ты пропускаешь самое интересное. Где я остановился? Тебя окружили. Снова? Да-да, окружили. Самые злобные преступники, порожденные 9 мирами. Слева от нас свирепые твари с клыками вроде ножей. Справа наемники с клинками, обогренными кровью. Кому, как не лихому Фандрелу, встретить эту орду? Я был там. Суровый Огун и Вольштаг. А толстяк? Жирный. Непобедимый. Не могу вам не сказать, что я боялся за жизнь Тора. Но стальное мужество, отважный дух и топор подарили нам победу! Правда, история на века. И, конечно, рассказывать он ее будет так же долго. Еще! Посмотри на мое наследие, Алгрим. Я с трудом могу вспомнить время до пришествия света. Наше выживание будет твоим наследием. Асгардцы будут страдать так же, как когда-то страдали и мы. Я верну эфир, я восстановлю наш мир и положу конец этой отравленной вселенной. Я не понимаю. Оружие здесь. Оно взывает к тебе. Как оно могло исчезнуть? Оно не исчезло. Его забрали. Готовь людей. Мы должны убить асгардцев! Миры практически полностью слились. Ты становишься последним из проклятых. Пусть я пожертвую своей жизнью. Это меньше, чем я могу пожертвовать ради нашего народа и тебя. Ты станешь непроглядной тьмой, проклятой этим миром, пока она полностью не поглотит тебя. До этого момента никакая сила не сможет тебя остановить. Я разрушу их оборону и обеспечу тебе путь к возрождению Вселенной. Новой Вселенной. Нашей Вселенной.
Локи. Что ты делаешь? Я даю людям то, чего они хотят. Все это заставляет тебя чувствовать себя лучше? Нет, мне от этого не хуже. Брось, достаточно иллюзий. Ты рискуешь забыть реальность. Сюрприз, да? Разве тебе не интересны книги, которые я тебе послала? Вот так я коротаю вечность за чтением. Тебе открыты тайны любой души, кроме своей. Ты все еще видишь в нем хорошее, верно? Добро пожаловать домой, сын. Почему ты потакаешь ему? Подарки, визиты. По-моему, если спросишь его охрану, тебе скажут, я там никогда не была. Локи не тот мальчик, которого ты когда-то знала. И ты тоже не тот. Я не стала любить тебя меньше, когда отец изгнал тебя на землю. Ты жалела, что поделилась с ним даром волшебства? Нет. Вы с твоим отцом отбрасываете длинные тени. Я надеялась передать Локи свой дар, чтобы он сумел найти лучи солнца для себя. Меня восхищает твой оптимизм, умение сочувствовать. Мне бы хотелось их разделять. Ты здесь, значит, я могу сделать вывод, что 9 миров устояли? Да, они устояли. Я пришел передать отцу хорошую новость. Ты думал, что обнаружишь его здесь? Ты найдешь его там, где он чувствует себя свободнее всего. Крепись! Тебе понадобится сила для возвращения эфира. А когда проснешься, ты убьешь их всех. Это потрясающе! Я имею в виду, что одно только магнитное движение продвинуло бы земные знаки на десятилетия вперед. Джейн, что? У тебя их мяч. Ты быстро учишься. Когда я не знаю, что делать, я работаю. Это помогает? Только иногда. Мне так жаль. Не будь меня здесь. Нет, Джей, ты тут ни при чем. Она спасла меня. Она спасла нас всех. Тысячу раз спасала. Что ты обнаружила? Насколько я понимаю, эфир спроектирован так, что все превращает в вечную ночь. Малекит уже применял его. Сказано, что он уничтожил всю планету. Но прошло так много времени, почему снова? Я не уверена. Но твой отец не все нам рассказал. Может быть, он не знал? Может, не хотел, чтобы мы узнали. Джейн Фостер? Ты должна пойти с нами. Что? Все отец приказал заточить ее в покое. Никуда она не пойдет. Тор. Так распорядился король. Подожди. Я не хочу, чтобы кто-то страдал из-за меня. Я не узнаю своего брата. Тайно, скрытно. Может, лучше по старинке пойти напролом? Не замолкнешь, что-нибудь проломлю.
Ладно, как скажешь. Меня вообще тут нет. Так лучше? Глаза не мозолят. И? Кстати, для маскировки. Братец, ты сногсшибателен. Могу убить, как Сив. Будет так же больно. Замечательно. Тогда, может быть, тебе предпочтительнее компания милых сердцу друзей? О, совсем другое дело. Костюм олиповат. И тесноват. Но это уверенность. Чувство веры в правое дело. Может, подискутируем на тему долга, чести, патриотизма? Боже, храни! Что? Можешь хотя бы дать мне оружие? Кинжал, хоть что-нибудь. Наконец-то. Здравая мысль. Мы оба шутники. Тебе кажется это хорошей идеей? Никаких убийств. Он поднимет тревогу! Никаких убийств! Мне кажется, пора наносить ответный удар. Ни в коем случае. Асгард нам больше не нужен. Эфир сам идет к нам в руки. Он враг Асгарда. Он был заперт в их тюрьме. Сам видел.